Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Павла, интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Говорит, доверю, раз я здесь. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Павла, под ногами. 7 тонких тел Павла находит все. Но у него спрут, дракон, 2 головы. Спрут, дракон. Какого цвета? Красного. Красные, 2 головы. Хорошо, дальше. Это дракон. Гуманоид. О, хорошо, дальше. Полная коллекция. Суккуб. Демон. Красный дракон. Я тебя должен разочаровать. Я чувствую эту фишку твою, которую ты пытаешься отражать мою энергию. Это все бесполезно. Понимаешь? Бесполезно. Я чувствую возврат своей энергии. У тебя нет такой технологии, которую ты моего сканирования можешь избежать. Но за то, что ты мне пытался мешать сегодня, я тебя накажу. Он учил голову. Хорошо. Ну, значит, сегодня одной головой меньше может стать. Считай цифры над головой красного дракона. Над 2 головами. 103, 841. Хорошо. Так, сколько ты находился в биополе, дракон? 3 года. Спрут, как долго ты находился в биополе? 5. Так, демон, сколько герц у него? Посмотри, Вера. 20. 20 герцовый? Да. А что ты здесь делаешь? У тебя есть контракт какой-то, демон? Как 20 герцовый может прийти без контракта? Расскажи мне. Уютно ему там. Чувствительный. У тебя есть контракт с ним? Он отвечает или нет? Или мне начинать воздействовать? Небольшой. Что значит небольшой? Демон, не трать мое время. У меня его не так много. Мне легче тебя сжечь, чем ждать твоих ответов. Есть контракт. Есть контракт. Хорошо. Как ты этот контракт с ним заключил, когда он был заключен? Какой предмет контракта? Боль. Я снимаю боль. Ты хочешь сказать, ты лечишь типа людей или как? Какую боль ты снимаешь, я не понимаю. Но он как-то показывает. Он чувствует боль от людей. Ну. Эмоции чувствует. Да. Ну, эмпат есть такие, ну. А демон показывает ему. Что демон ему показывает? Сущностей. Это типа сидит в нем и показывает ему сущность. Поэтому он их видит, да? Поэтому он их видит. И то есть он ему объясняет. Вот это да, это... Откуда у него боль, что ли? И кем ты ему предстал, кем ты ему представился, демон? Ты стоял в своем обличии, когда с ним контракт заключал или как? Или ты обманом вошел во сне или как? Объясни мне. Он смеется, он говорит, что я дурак, что ли? Ну, так скажи, кем ты предстал? Что-то светлое, типа ангела. Светлое, типа ангела. 20-герцовый демон, который предстал ангелом. Вот это да. Тебе что, так ангелом нравится? Ангелом или святым он показывает. А, тебе так нравятся ангельские энергии? Скажи-ка мне, демон. Я ж могу тебе их сейчас такой шар и посадить тебя в них. Мне долго не нравится, но вам нравится. Нам нравится, но нам не нравится, когда обманывают, когда демон приходит и говорит, что он ангел. Тем самым ты тормозил его развитие и лишил его права свободного выбора, нарушив законы мироздания. Тебе это понятно, демон? Да, понятно. Хорошо. Сколько ты находился в биополе? 4 года. 4 года. Хорошо. Я пока сейчас дам сигнал на реверс. Объявляю программу всем присутствующим. Вы обнаружены. Сейчас происходит чистка биополя по волеизлиянию Павла. Все, кто пройдут проверку, будут отпущены на свою чистоту. Если ничего не помешает. Хорошо, суккуб, как долго ты находился в этом биополе? 3,5. Значит, тебя демон привел уже, да? Это понятно. Позвал на помощь. Позвал на помощь. А что так? Помощь нужна была тебе, демон? Увидел клондайк энергии, где, которую можно своровать или как? Эмоции. Эмоции. Хорошо. Так, у нас остался теперь гуманоид. Гуманоид, откуда ты? Пришелец Сириуса. Ты не пришелец Сириуса, ты ловец душ Сириуса. Не так ли?
Нет, душу не ловил, определенные энергии собирал. А мы посмотрим сегодня, что ты там будешь отдавать назад. И после этого я тебе скажу. Я тебе говорю сразу. Любая попытка обмана, это касается всех, заканчивается плачевно. Значит, я начинаю воздействие. У меня есть меры воздействия на каждого из вас, на каждой чистоте. Я не хочу пока этого делать, но если меня кто-то будет обманывать, не отвечать на мои вопросы, я им покажу все свои возможности. Я вам обещаю, это будет очень неприятно. Намного неприятнее, что вы до этого знали. Всем понятно? Да, понятно. Отлично, все, переходим к реверсу энергии. И я даю команду тонкой копии Павла спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Павлу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Итак, гуманоид, как долго ты находился в этом биополе? 7 лет. 7 лет. Что ты у него воровал? Какие такие энергии? На продажу? На обмен? Зачем же на продажу? Ну, мы встречались с гуманоидом, который на продажу эти энергии собирал. Мы очень много гуманоидов видели, поверь мне. Ресурс. Определенный ресурс, который мы храним и используем в своих целях. А какие ваши? Переработка этих энергий в свои энергии? По-разному. Где-то обмен. Вот. Где-то переработка. И это ради всего из-за этой глобальной энергии золотой, да? Нет, у него своя энергия. Ага. И что, ты не можешь эту энергию сам получить? Тебе надо обязательно ее воровать у людей? Я не ворую людей, я ворую определенной души. Определенная душа – это является человек, в котором живет божественная частица, и душа у него есть. Это никакой разницы в этом нет. Ты воровал у человека. За 7 лет я представляю себе, сколько ты там... Ты один пришел или кто-то с тобой еще связан? Лучше скажи мне сразу. Я сейчас всех буду вытаскивать. Один. Хорошо. Поехали дальше. Ждем реверс. 7 лет. Вот это человека должно колбасить было. Кто больше всех энергии забирал у него? Загорается красная лампочка над ответственным. Дракон. Дракон. Хорошо, дракон. Похоже на то, что... Не получится с двумя головами уйти тебе назад. Уменьшай дракона красного 2 раза. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Голову он обучал. Я тебя сегодня обучу, дракон. Вера? Ревер закончился. Он уменьшился? Да. Хорошо. Ревер закончился. И устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Павел забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли до последней капли, до последнего микрона, возвращает Павел себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Опиши, пожалуйста, от кого какая энергия идет. Энергия по чакрам идет. Красная от демона. Желто-оранжевая от суккуба. Зеленая от гуманоида. Сердце установило таки. Хорошо. Дракон вверх со спрутом поделили. Да. Сине-голубая дракона. Только хотел сказать. Фиолетовая спрут. И фиолетовая спрут. Нормально. Ты посмотри, как они договорились. Каждый взял по 20% себе. А, это же организованное, братья. Мне кажется, что тут что-то не то. А ну-ка скажите ко мне добровольно. Это первородные энергии, на которые вы так присосались? Это ангельские энергии? Это какие энергии? А? Нет. Нет. Хорошо, я проверю по-любому. Усиливаем потоки в 50 раз до последнего микрона. Возвращает Павел себе назад. Он хозяин всех светлых своих энергий. Вот эта энергия, которая идет от гуманоида, да. Она изумрудная.
изумрудным цветом. Вот. Очень на уран похож. Хорошо. Готово. Хорошо. Так, начинаем тогда со спрута. Спрут, выходишь сейчас, снимаешь все, что ты установил в его биополе, до отсасываешь всю жидкость, ни малейшего микрона твоей жидкости не должно остаться. Если сработает на проверке сканер, что что-то осталось, ты просто уйдешь в галактическое ядро. Приступай. Снимает присоски с головы, шея, плечи. На самом верху он сидел, все забрал. Хорошо. Так, красный дракон, выходишь сейчас, снимаешь все свои платы, все подключки и докладываешь о готовности к проверке. Приступай. Он снимает с глаз. Так. Он и в глаза поставил. Сейчас там дырки будут, да? Нет, дырок там нет. Там устройство, провода, пластина идет ниже. Ты аккуратнее снимай. Если что-то повредишь, я повреджу у тебя что-то. Забрался. Хорошо, гуманоиду выходить не надо, он и так может все вытащить. Гуманоид, вытаскивай все, что я оставил в биополе. Что там, Вера? У него тоже как пластина прозрачная только. Как поток энергии шел у них. Обмен энергиями. Как отражение через эту пластину. Я представляю, какой там обмен шел. Да, забрал он. Суккуб, выходишь сейчас и снимай все, что ты оставил. Без глупостей. Приступай. У него руки, грудь, на ногах. Что он там, повязан на эти свои ленточки? У него кожаные такие какие-то полоски. Полоски. Снял. И демон остался. Демон, скажи мне, там лярва есть на теле? На сердце. И где еще? Спина. Сердце и спина. Ты хочешь меня попросить эти лярвы? Не откажусь. Тогда выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил в его биопуле, ничего не забывай, и доложи мне о готовности. Тогда я тебе дам команду, и ты возьмешь эти лярвы. Приступай. Им очень уютно было. В ногах у него место свое, рукам привязаны ленты. Ему было хорошо, да? Демону? Демону уютно там. Угу. Какое счастье. Все снял. Хорошо. И сейчас я даю команду, значит, 3, на рассинхронизацию энергии Павла с энергией спрута красного. Готово. Я даю команду, значит, 3. Сканер начинает контроль-проверку и сканирует Павла. Все 7 тонких тел, малейшие наночастицы уничтожаются. Если что-то крупное, загорается ярко-красный маячок. Сканер начинает сканировать Павла и проводит проверку. Гуманоид, а каким обманом ты зашел в его биополе? У нас тут уже демон-врач есть, специалист. А ты как зашел? Что ты ему пообещал? Ну, показывает космический интерес какой-то. Ну, космический интерес, потому что это, скорее всего, космическая душа. У нее, безусловно, есть генетическая память. И, конечно, ей такие темы интересны. То есть ты использовал этот момент и показывал ему, транслировал свои картинки, да? Так зашел. Так зашел. А что, у него такие низкие вибрации были, что ты зашел? Сколько тебе герц надо, чтобы ты не зашел? Скажи мне так. Он может заходить на высокие вибрации, если ему нужны определенные энергии, и человек не защищен. Вот поэтому я и спросил. Мой вопрос был, сколько герц, какой барьер, какую границу ты не можешь преодолеть? Но он показывает, что... Пусть в герцах скажет. До 100 Гц он может заходить, выше есть специальные защиты, с которых он тоже может заходить. А как избежать твоей подключки? Как поднимать до 100? Защита и осознанность. Не надо до 100 поднимать. Я тоже считаю, что не надо. Если я вижу, что человек осведомлен и выразил свою волю. И как ты это видишь? Объясни. Я не нарушаю. Хорошо, как ты это видишь? Это форма защиты какая-то, которая вокруг него находится, или как это представить? Что ты видишь в моем биополе? Давай скажем так. Ты осведомлен.
А значит, защищен. Ты выразил свою волю, я это вижу. Так и все и выходит. Ты окреп на этом. То есть ты хочешь сказать, что ты меня учил этому чему-то, да? Или вы? Ладно, хорошо. Нет, я такого не сказал. Я сказал, что ты окреп, и я вижу это. Хорошо. А он? Это читаемо. А у него это читаемо, у Павла? У него есть знания, которые он не может правильно использовать. А насчет защиты, что ты видишь? Защиты нет. Защиты нет. Хорошо, все, благодарю тебя за ответ. Поехали дальше. Так, они все сняли. Сканер закончил проверку, ничего нет? Ничего нет. Хорошо, я объявляю всем присутствующим, вам запрещен больше вход в это биополе. Мы его будем контролировать с этого момента. Человек сейчас будет читать манифест. И после этого мы будем еще контролировать его биополе. Кто повторно осмелится войти туда, тот встретит нас. А когда с нами второй раз встречается, кто-то не уходит. И это будем не мы. Всем понятно? Да. Найдите себе новое место обитания. Спрут, ты готов уходить? Да, готов. Открывается наверху пройти в часовой стрелке портал на чистоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Так, красный дракон, вредитель. Что мне с тобой делать-то, а? Ты больше всех вреда принес человеку. Как ты это собираешься компенсировать? Я уйду без возврата. Да без возврата я тебя могу отпустить. Галактическое ядро оттуда не возвращается. Как тебе такой вариант? Мне рано туда. Вот. Значит, поэтому в следующий раз думай, что ты делаешь. Если ты еще раз со мной второй раз встретишься, это будет для тебя фатально. Все понятно? Уже понял я. Возвращаю дракону его размеры. 1, 2, 3. Готов уходить, дракон? Готов. Дай мне слово красного дракона, что ты больше не придешь. Даю слово красного дракона. Хорошо, принимаю. И открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. И он забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Суккуб готов уходить? Готово. Открывается внизу портал. Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки. 1, 2, 3 на чистоте суккуба. И суккуб забирает все, что принесла, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. На ему воздушный поцелуй послал. Угу. Прощание. Я сейчас могу вытащить ее оттуда, куда пошла. Я ей другой поцелуй пошлю. Я уже печать поставил. Хорошо. Так, демон, ты все понял? Угу, понял. Закончилось лечение. Лярвы обещал. Да, конечно, я тебе их обещал. И я тебе разрешаю забрать эти лярвы. Приступай. Ничего не только... По позвоночнику внизу. Поясница? Где поясница? Вижу. Старые лярвы? Черные? На сердце у нее черное. Ну, это вот оно должно было отражаться. Человек должен был чувствовать эти боли в груди, в сердце, по-любому. У него скопление каких-то эмоций там, сердце. Ну, мы сейчас будем чистить дальше, дойдем до эмоционального поля и посмотрим, что он забрал. Хотя, ну, ты знаешь, с этими эмоциями тут еще непонятно. Они были до интерферентов или после интерферентов. Хорошо, демон, ты готов уходить, да? Больше эмоции были всегда у него. Он готов уходить. Значит, он не умеет тогда ими пользоваться или не умеет их держать под контролем. Так получается? Он их сильно чувствует. Хорошо, значит, надо тогда фильтры выставлять, если он сильно чувствует, потому что это трудно жить просто в этом мире. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, гуманоид, как мы с тобой будем поступать? У вас же нет такого понятия, как у драконов, слово гуманоида. У нас нет, но у вас есть. Свобода воли, которую нужно изъявлять. Абсолютно верно. И об этом нужно регулярно объявлять и верить в то, что... Ладно, хорошо, благодарю тебя, гуманоид, за эти ответы. Я прошу тебя больше не приходить в это биополе. Я могу понадеяться на то, что ты не придешь, потому что я буду проверять. А проверка, она очень такая коварная вещь, понимаешь? Через 10 минут, как он мне скажет, если я плохо чувствую, через 10 минут я уже... Ты будешь сидеть в клетке. После этого я тебя уже в другое место отправлю.
Ему не надо говорить, я себя плохо чувствую. Ему надо и заявлять свою волю, чтобы я не зашел. Если я этого не буду видеть, почему я должен покинуть эту энергию? Хорошо, спрашиваем Павла. Павел, как вы считаете? Вы понимаете сейчас нашу дискуссию с гуманоидом по поводу ваших энергий и вашей осознанности? Он говорит, что осознанность у меня есть. Вот гуманоид говорит, нету, не видит он ее. Не говорил он про осознанность, он говорил про волю излияния. А, про волеизлияние. Хорошо. Мы научим вас, Павел, сегодня манифесту. Читайте его регулярно. Там как раз стоит о волеизъявлении. И все будет нормально. Хорошо, гуманоид. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, у нас чисто в клетке? Да. Поехали по частотам. Готово. Пусть тонкая копия Павла вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 600. И подними уровень эмоционального состояния Павла до числового значения 600 Гц. Пошел подъем. Ощущение, что он радостных эмоций не испытывает. Какие-то серьезные у него. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Без радости в этой жизни плохо. Готово. Хорошо, мы закончили чистку. Павел, как вы себя чувствуете? Очень нравятся мне эти энергии. Хорошо. Меркаба очень приятная. Я понял, что мне она нужна, чтобы заземляться. Текст вы знаете, теперь поэтому можете сами его применять, визуализируя Меркабу, вы знаете, как она выглядит. Хорошо. У нас еще остались вопросы к куратору, и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в нашу комнату диагностики прийти куратора или учителя Павла. Девушка. Снимаются все маски, голограммы, фантом присутствует перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Павла. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам? Элла. Элла. Вы куратор? Куратор. Хорошо, Элла, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного, который к нам обратился. И после чистки у него еще остались 10 вопросов, которые он хотел задать бы своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я отвечу, но сперва хочу сделать подарок. Пожалуйста. У нее в руках большой изумруд, камень большой, как мяч, только таком треугольной формы такой, со спиленными боками, как изумруд. Она дает ему этот... Изумруд? Изумруд. И она говорит, что это твой запас энергии. Что твой родной запас энергии. Что ты можешь использовать его в любой ситуации. Как защиту, и как восстановление, и как фильтр чувств. Хорошо. То есть это твои родные энергии. Они могут быть в любой форме. Я тебе даю их именно в такой. Благодарю вас, Элла. Благодарю вас. Мы можем начинать? Да, простите, вы что-то спросили. Да, я хотел спросить, могу ли я начинать задавать вам вопросы, которые Павел подготовил? Да, пожалуйста. Хорошо, какая я душа, земная, космическая? Если космическая, космическая. Откуда? С Урана. Уран. У нас уже были представители Урана. Уважаемая Элла, мы уже встречались с вашими кураторами. Благодарю вас. Следующий вопрос. Где и сколько человеческих лет назад было мое первое воплощение? Такой вопрос. Ну, раз душа с Урана, первое воплощение и было на Уране. Сколько земных лет назад, он это хочет знать еще. Человеческих лет. Дайте подумать.
35 тысяч. 35 тысяч. Ну, совсем недавно. Благодарю вас, уважаемая Элла. Я перехожу к следующему вопросу. А, вот, и, ну да, 35 тысяч, значит, у него было назад первое его воплощение, соответственно, на Уране, потому что душа там родилась. Все правильно, да? Да. Второй, следующий вопрос. Сколько воплощений у меня было? Я думаю, здесь он имел в виду все воплощения, и земные, и космические. И, скорее всего, жизни между жизнями. Я не могу ответить на этот вопрос. Вопрос поставлен неправильно. Вот он так написал. Переформулируйте вопрос. Ты не останавливался жить и воплощаться. В данный момент ты существуешь на Земле и Высшем Я. Хорошо, какая это по счету жизнь воплощенная? Можно так поставить вопрос? Можно. Он хочет услышать число. Мы любим на Земле числа. Это седьмая жизнь на Земле. А за эти 35 тысяч лет у него было, безусловно, огромное количество воплощений. Правильно я понимаю? Совершенно верно. И число вы назвать просто сейчас затрудняетесь, да? Он может спросить это у Высшего Я. Я куратор на эту жизнь. Благодарю вас. Хорошо. Конечно, он может спросить у Высшего Я. И если он сам не может, мы можем ему помочь сделать такой сеанс. Я перехожу к следующему вопросу тогда. Если вы закончили, уважаемая Элла. Продолжай. Какой у меня уровень души и как его поднять? Он имеет в виду уровень Высшего Я, я полагаю. Высшее Я совершает переход с 10 на 11 уровень. Поднять его можно своим развитием и делами на выбранной для воплощения планете, в данном случае Земля. То есть максимально развив себя, соответственно, можно поднять уровень Высшего Я на более высокий уровень. Конечно, для этого мы и воплощаемся. Но можно и понизить, Элла. Я просто замечу справедливости ради. Это не было в вопросе. Этого не было в вопросе. Просто надо знать две стороны медали. Это для Павла объясняю. Хорошо, я перехожу к следующему вопросу, если вы закончили. Продолжай. Расскажите, пожалуйста, в какой стране и в каком году было мое последнее воплощение и какой был пол, а также чем я занимался в той жизни? Франция, 1637 год. Ты был один из астрологов при дворе. Одиноко провел свою жизнь. Да, окруженный миллиардами звезд. Благодарю вас, уважаемая Элла. Я перехожу тогда к следующему вопросу. Можно вспомнить при помощи медитации свои прошлые воплощения? Медитация, переходящая в транс, да. Это уже более высокий определенное уровень. Определенное состояние сознания можно. Благодарю вас. Следующий вопрос. Я просто добавлю, пожалуйста, что в медитации может поступить недостоверная информация. Более глубокое погружение. Информация идет чище. Благодарю вас. Я продолжаю? Да. Есть ли у вас, он имеет в виду вас, Элла, такое понятие, как выйти из колеса сансары? Это глубокий вопрос. Я бы не хотела дать ложную информацию. Можно смотреть по земным меркам воплощения, а можно смотреть в глобальном плане. Мы воплощаемся из жизни в жизнь. В разных измерениях и галактиках, чтобы получить определенный опыт и развиться. Это есть определенное колесо сансары. Мы все равно возвращаемся и возвращаемся, и начинаем все сначала, набирая опыт. Как такового выхода из колеса сансары нет, потому что опыт продолжается. Но если ты имеешь в виду земные жизни, и возвращение на Землю. В этом случае да, потому что ты воплощаешься на других планетах. Как я уже сказала, галактиках и измерениях. Развитие никогда не прекращается. Соответственно, никогда не может и закончиться этот круг. Это всегда полезно для души. Я уже сказала, в глобальном плане нет выхода из сансары, если вы это так называете. Но в плане одной галактики или планеты
ты выходишь из колеса сансары, потому что ты воплощаешься на других планетах, где нет этой сансары. В измерениях. Угу. Плотностях. Я бы назвала это метафорическим, метафорическим оборотом речи. Колесо сансары. Да, это метафора, скорее всего. Благодарю вас. Мы можем продолжать? Можете. Следующий вопрос. Какое мое предназначение? Второй вопрос. Вот он так написал. Какое мое предназначение? Я понимаю, я могу его расшифровать. Какое мое предназначение в этой жизни, скорее всего? Как предназначение можем? Всегда в развитии. Да? Изучение чего-то нового. Нельзя останавливаться. Предназначение – это прогресс. Я не могу тебе сказать, какое направление выбрать. Ну, может, хотя бы направление. Я знаю, вы не можете ему подсказывать, потому что это выбор всегда остается за человеком. Может, любое направление брать, это в любом случае будет опыт. Может, я переформулирую вопрос. В каком предназначении у него бы лучше получалось заниматься тем, чем он занимается? Может, какие-то сферы? Для этого у него есть сердце. Сердце подскажет. У нас есть такая. Сердце подскажет, а я рядом. Отлично. Для этого есть и куратор. Я поддержу любое направление. Замечательно, замечательно. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Если оно ведет к позитивному развитию. Очень важно. Очень важная заметка. Благодарю вас, уважаемая Элла. Какой процент негативной энергии он набрал в этой жизни? 27. Следующий вопрос. Я женюсь еще раз будут ли у меня еще дети? Женюсь ли я еще раз и будут ли у меня дети? Есть такой вариант? Есть несколько. Вариантов будущего. Правильно. В одной из них есть жена и дети. Все будет зависеть от вас. От пути, который он... И от тех энергий, возможно, даже, которые он будет... Совершенно верно. То есть все начинается с изменением себя. Измени свои энергии, и к тебе придут нужные люди. Мы просто с сотнями кураторов уже встречались, эти вопросы повторяются, уважаемая Элла. Извините, что я вас перебил, просто я перевожу ему на человеческий язык сразу. Я бы хотела добавить, что тебе нужно пользовать изумрудную энергию, чтобы притягивать определенного человека. Но сперва научиться пользоваться для своего блага, защищаясь и наслаждаясь этой энергией, прочувствовав ее, ты сможешь выбрать правильный путь. Благодарю вас за это развернутый ответ. Значит, в одном из будущих вариантов, если он правильно поступит, у него есть еще такая возможность жениться и получить детей в этом браке. Есть. Благодарю вас. Следующий вопрос, предпоследний. Почему я начинаю болеть при общении с некоторыми людьми? Вот сейчас будет интересно. Расскажите, пожалуйста. Хотя следующий вопрос, давайте я и последний зачитаю сразу, потому что мне кажется, они связаны. Почему в моей жизни мне встречается энергия вампира? Мне кажется, ответ лежит в этом уже. Душам с Урана трудно гармонизироваться на Земле. Тебе нужно не забывать про Меркабу. И заземление. Забывая об этом, ты становишься уязвим и чувствителен, а это притягивает сущности и интерферентов и потерю своей изумрудной родной энергии. Тебе нужно настроить ее на определенный градус. Я объясню. Сейчас я дарю тебе ее как твердый камень, но она может быть густая, жидкая, тянущаяся, в зависимости от того, что ты хочешь выстроить себе защиту, воспользоваться энергией для излечения или для снижения чувствительности. Она может быть в разных видах. Поэтому я сказала, прочувствуй ее. Эта энергия как мед. Она не позволяет чужим чувствам впитываться в тебя и терять энергию. Я просто хочу добавить, из-за пожалуйста. Чувствительности я бы не стала говорить, что это фантом или корка или
непробиваемый камень. Mm-hmm. Я даю выбор тебе. То, что тебе приятно, и то, что ты принимаешь, выбери сам. Это и был мой ответ. Прочувствуй эти энергии, представь их в разном виде и выбери тот, который гармоничен тебе и твоей душе. Тот, с которым тебе будет спокойно. Научись владеть этими энергиями. Тебе поможет это в жизни. Благодарю вас, Элла. Мы закончили с вопросами. Может, вы еще два слова добавите, как ему установить связь с вами? Зеленой, изумрудной энергией. Выстраивается канал. Он называет по имени своего куратора. Канал должен быть обязательно защищен снаружи и изнутри. И все. Первый, кого услышит Павел, это будет Элла. Все просто. Абсолютно. Благодарю вас, уважаемая Элла. Мы закончили. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Всем кураторам, всем учителям, которые приходят к нам в комнату диагностики, мы всегда преподносим какой-то подарок. Разные мира были из наших галактик, и разные были желания. Кто-то хотел увидеть мыслеформы Земли. Другим же мы дарили, например, нашу традиционную корзинку с самыми вкусными и чистыми ягодами, которые только остались на Земле. Это наши витамины. Это наша медицина. И нам было бы очень приятно вам преподнести такой подарок. Я сейчас покажу его вам, Верочка. В твоих руках появляется большая корзина с самыми вкусными ягодами на Земле. Если Элла захочет, мы с удовольствием хотели бы ей этот подарок передать. В знак благодарности за ее помощь. И за это очень интересно. Благодарю вас. Мы всех кураторов удивляем этим. Вид. Я заберу это. Благодарю вас. И, может, даже попробуйте. Потому что у нас уже брали с Урана, и уже мы общались как раз на эту тему, и сказали, мы исследуем, и, может, даже попробуем. Отлично. Я бы хотела добавить. Пожалуйста. Вы можете показать мне самоцветы? Конечно. Верочка, ты знаешь, как они выглядят? Это полудрагоценные камни, я представляю, разных цветов. Хорошо. И в твоих руках появляется самоцвет. 1, 2, 3. Самый лучший самоцвет. Нет, она хочет несколько разных. Хорошо, давай сделаем тогда 10 штук. 10 различных вариантов самоцветов. 1, 2, 3. Самые чистые камни. Да. Там наверняка есть зеленый. Самоцветы, да? Тоже могут помочь тебе. Если ты возьмешь их в ладошки, они заберут негативную энергию и отдадут свою энергию спокойствия. Элла, а можно спросить, откуда вы знаете самоцветы? Вы жили на Земле когда-то? Я не думаю, чтобы на Уране они были. Почему нет? Я не знаю просто. Я думал, эти камни есть только у нас. Оказывается, это породы, которые несут определенную память и энергию. Да, насчет памяти камней, когда мы были на Солнце, нам рассказывали. Они просто фанаты этих камней, они могут видеть историю, они могут даже видеть, что миллионы лет назад, когда этот камень зарождался, что он видел. Я, честно говоря, сам до такой степени этой информации впечатлен, сколько можно информации снять с камней. Хорошо, берете самоцветы. Я отдаю их Павлу. Отлично. Вы, как им пользоваться, вы уже объяснили. Они могут забирать этот негатив. Пусть он себе такой амулет, наверное, сделает или возьмет камень, который ему сердце подскажет. Ты можешь их держать в ладошках. Они заберут весь негатив. Отлично. Мы заметили, что у него проблема с эмоциональностью. И вы уже объяснили, почему. Потому что душам Урана трудно это все на Земле. Вот. И как раз вместе с Меркабой, я думаю, это помогло бы ему гармонизировать себя. Как вы считаете? Всему нужно учиться. Все верно. Благодарю вас, уважаемая Элла. Мы закончили. Очень приятно было с вами общаться. Мы очень рады, что Уран к нам приходит. Уже второй раз, и ждем, присылайте своих обязательно, до кого вы достучитесь. Мы, если мы им сможем помочь, мы с удовольствием им поможем. Благодарю всех за эту встречу. Благодарим и вас. Мы не прощаемся, я говорю, до скорых встреч. Возможно, Павел захочет еще когда-нибудь встретиться с Высшим Я или с куратором, если у него не получится самого. Всего доброго вам, уважаемая Элла. Благодарю вас еще раз. Рассинхронизируйся, Верочка.
Ну, ушла. Отлично, хорошо. Павел, как вам встреча с вашим куратором? Столько неожиданных подарков. О, да, теперь Он научить. говорит, что я уже хочу их пробовать. Хорошо, отлично. Вот, я только хотел сказать, будем возвращать вас назад в ваше биополе. Вы теперь чисты, с подарками. Работайте. Манифест у вас есть. Как заправляться энергиями, вы в курсе. И обязательно, если вы куда-то выходите, проверяйте. Все, что вы видите, должно проверяться командой. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, передо мной. В первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Вот этой командой вся эта личина снимается. Поэтому вы бы и увидели, если бы вы знали эту команду, того демона, который стоял и вошел к вам в виде ангела, который вам там помогал в лечении, показывая других сущностей, воровал у вас за это все свои энергии, и чужие тоже. Все, мы закончили. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Павла в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте.